И снова рубрика «Отель». И сейчас мы вот надо одну ночь нам переждать пересадку в Джакарте. И мы в отеле FM7 рядом с аэропортом Джакарты. Нам дали номер 546. Давайте посмотрим. Такие коридоры психоделичные. Отель выполнен в современном стиле. Такой белые плиты и черные двери. Но нет халат. Вот. Много зеркал всяких. Так, подожди. Сразу слева у нас такой мини-пищеблок, шкаф и ванная комната. Рассмотрим ванную комнату. О, интересный душ полукруглый со стеклянными. Зеркала. Туалет ТОТО, надеюсь. Здесь очень известная фирма ТОТО. Производитель. Дверь в соседнюю комнату, которая закрыта. Вот такая комната. Большая кровать. Но не кингзайз такая вот они. Двухспалка просто. Зеркала опять же. Пупырышки какие-то над кроватью. Плазма. Рабочее место. Тумбочки и шторы. Вот так. Наш привезли багаж. Очень мне нравятся эти зеркала бесконечные везде. И нравится этот прозрачный душ. Вот это очень нравится. Отель также оборудован бассейном. Таким вот бассейном. Джакузи. То есть, в общем, такой вот интересный отель для перекантовки, отдыха перед следующим перелетом. Очень классно. Так, это просторный ресепшн, тоже выполнен в современном стиле, с такими интересными шариками, светильниками. Такой вот круглый лаунж в виде большого шара. Ну, очень такой интересный современный отель. И все есть? Все есть, да, для отдыха. Подарок. Кстати, возле бассейна были еще, в зоне бассейна были не только джакузи, но и турецкая, и финская, да, или русская сауна. Типа сауна. Так что очень интересно. Там же был и спортзал. Ой, это так тихо. Оно обито этим. Да? Это были чем-то, это такая... Тишина? Да. Ну, куда? Темная. Ну, сейчас, ой, как мягко-то, а? Ой, правда, мягко и тихо, прикольно. Хочу перейти, потом будете кататься. А потом их займут кто-нибудь. Вылазь.